Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми піднімаємо найактуальніші проблеми нашого здоров'я. Цієї суботи, 14 листопада, в усьому світі відзначається День боротьби з цукровим діабетом. За агресивність цю хворобу в народі ще називають солодким або повільним вбивцею. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість захворювань щорічно збільшується у світі на 5-7%. Про причини та форми лікування, а також профілактичні заходи на шляху боротьби з діабетом сьогодні ми поговоримо з Наталією Юрівною Ткаченко, обласним позаштатним ендокринологом. Наталія Юрівна, доброго дня, дякую, що ви погодились на цю зустріч. Шановні друзі, ми працюємо в режимі прямого ефіру, і я саме зараз хочу звернутися до вас. Протягом наступних 26 хвилин ви маєте прекрасну можливість поставити своє запитання нашому експерту і отримати вичерпну відповідь. Телефон ви бачите на ваших екранах. Наталія Юрівна, ви бачите, наскільки серйозну статистику дає нам інтернет-мережа. Давайте прокоментуємо її і наскільки ситуація серйозна для нашої області у тому числі. Ситуация действительно очень серьезная. Сахарный диабет прогрессивно растет среди нашего населения. Количество больных очень быстро увеличивается, даже быстрее, чем предполагала Всемирная организация здравоохранения. Например, в Николаевской области на сегодняшний день по итогам 9 месяцев зарегистрировано 32 тысячи больных с сахарным диабетом. Но проблема состоит в том, что на каждого выявленного приходится еще 1-1,5 невыявленных больных. То есть если это все уже соизмерить, то это огромное количество пациентов. И, к сожалению, как показывает исследование, увеличивается количество больных среди людей возраста 40-60 лет. То есть молодец. Это как раз самое трудоспособное население. А, конечно, сахарный диабет не улучшает самочувствие, он дает много побочных эффектов, дает много осложнений. И если его вовремя не выявить, то, конечно, трудоспособность, инвалидизация будет очень высокая. И качество жизни каждого человека, который... Давайте изначально расставим точки над «и», в каких случаях ставится диагноз сахарный диабет? Сахарный диабет – вообще заболевание, которое очень легко диагностируется. Если пациент знает симптомы и хотя бы немножечко задумается о том, что нужно обратиться к врачу и проверить свой сахар. Но давайте брать так, что есть протоколы обследования, по которым каждого пациента старше 40 лет положено один, даже не пациента, человека, старше 40 лет один раз в год ему положено сдать сахар крови. Потому что мало ли, сколько протекает заболеваний незаметно. Как меняется картина заболеваний в последнее время. И когда проверен сахар крови, вот поэтому сахарный диабет очень легко диагностируется. Не надо сложных исследований, дорогих исследований. Просто сдать сахар крови, увидеть цифру. В норме сахар крови натощак у здорового человека не должен быть выше 5,5 ммоль в литре. Если сахар крови выше этой цифры, но не достигает 7 ммолей, то тогда проводится дополнительное обследование. Назначается тест толерантности к глюкозе. То есть пациенту дают нагрузку глюкозой, и тогда диабет из скрытого мы можем сделать явным. То есть мы не провоцируем заболевание, мы просто выявляем скрытые сахара. А если сахар выше 7 ммолей, то тогда врач уже имеет право предварительно поставить диагноз сахарного диабета, но перепроверить анализы, потому чтобы избежать ошибки. То есть, сдав сахар крови, уже мы можем выявить сахарный диабет. Ну а клиника сахарного диабета? Тут прежде всего человек ощущает жажду, учащенное мочеиспускание. Он много пьет водички в течение суток. Причем пациенты иногда пьют литрами, но не дают себе отчет. Вначале они говорят, что очень жарко, потом очень много физически работают. Можно объяснить, но да? Литр-два, ну три, ладно, но если идет на 5, 6, 7 литров, ну это же немыслимо, это конечно же неправильно, так быть не должно. То есть стоит задуматься. То есть жажда, учащенное мочеиспускание – это повод пойти сдать сахар крови. Да, многие другие заболевания имеют ту же симптоматику. Есть такой несахарный диабет, который тоже сопровождается жаждой. Но очень легко диагностировать сахар крови, и мы имеем уже результаты. Кроме того, иногда сахарный диабет, вот мы очень часто сейчас встречаем, протекает бессимптомно. То есть человек ничего не ощущает, но какая-то слабость. Все хорошо. Он часто болеет вирусными инфекциями, у него плохо заживают раны.
у него какие-то хронические воспалительные, допустим, постоянно воспаляются десны, они не поддаются лечению. У женщин это какая-то гинекологическая патология, которая плохо поддается лечению. У мужчин то же самое, потребность часто обращаться к урологу, к дерматологу. И когда мы проверяем сахар крови, то обнаруживается, что у них скрытое течение диабета. Сахар повышается незначительно. Повышение небольшое, до 10 ммолей. Но этого достаточно, чтобы изменить иммунный статус организма, чтобы снизить иммунитет и чтобы другие заболевания протекали уже не так, как протекают у здорового человека. То есть течение заболевания не такое, как обычно. Если у вас есть в семье люди, кто болеет сахарным диабетом, ваши родственники, близкие, если у вас немотивированно увеличивается быстро вес, если у человека есть приступы немотивированного голода, не потому что он не ел целый день, бегал, и некогда ему было это сделать, а вот вроде бы покушал, а к вечеру опять ужасное чувство голода. Это тоже может быть как первые симптомы сахарного диабета или преддиабета. То это все является поводом пойти и проверить свой сахар крови. Как важно быть к себе внимательным и отдавать отчет малейшим каким-то изменениям в привычных действиях, возможно, да, и даже, видите, вкусовых каких-то пристрастиях, вот пищевые моменты, они тоже как знаки такие большие восклицательные. Знову я хочу звернутися до вас, шановні друзі, не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви маєте можливість поспілкуватися з нашим експертом. Сьогодні ми говоримо про проблематику дуже актуально сьогодення – цукровий діабет. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Наталія Юрівна, давайте поговоримо о групі риска. Ведь существуют определенные люди, которые, возможно, столкнутся в своей жизни с этим заболеванием, а возможно и нет. Ну вот немного группу риска я уже затронула. Да, это наследственность. Те люди, у кого есть родственники, близкие родственники, страдающие сахарным диабетом. Как первым типом диабета, так и вторым типом диабета. Потому что и там есть наследственность, есть генетическая предрасположенность, которую можно не заметить, можно не вовремя обратить внимание, и тогда уже выявится диабет на поздних стадиях. Кроме того, очень большой группой риска есть пациенты, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это артериальная гипертензия, это люди, перенесшие инфаркт, инсульт. Также это люди с избыточным весом, не только с ожирением, но и с избыточным весом. А у нас после 40 лет, я думаю, каждый третий, если даже не чаще, имеет избыточный вес или страдает ожирением. Кроме того, женщины, родившие детей больше 4 килограммов. Это тоже группа риска в будущем по сахарному диабету. И дети, рожденные маленькими, недоношенными, или дети, рожденные с весом, богатыри, которых все любят и ими гордятся, больше 4 килограммов. Это тоже является группой риска в будущем по сахарному диабету. Также это все пациенты, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Потому что поджелудочная железа, она вырабатывает инсулин, если она воспалена, то как раз и является предрасположенностью к развитию панкреатогенного сахарного диабета. Также это все пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, плохо поддающимися лечению инфекциями, это тоже та группа рисков, в которой мы можем выявить сахарный диабет. Ну вот вы знаете, вот вы говорите, а это... Думаю, что, в принципе, каждый из нас входит в эту группу. Конечно, риска. Да. То есть 40 лет – это уже повод пойти проверить свой сахар крови. Есть о чем задуматься, конечно, дорогие друзья. И для того, чтобы быть спокойным за себя и за будущее поколение, потому что наследственный фактор очень велик здесь, вы видите, в этом заболевании, то, конечно же, надо какие-то меры предпринимать. Наталья Юрьевна, давайте мы говорим о причинах возникновения заболевания, потому что прежде чем вот встретиться с вами, я прошерстила интернет, и причины очень разносторонние, точно так же, как и аудитория, которая может быть подвержена этому заболеванию. Но диабет очень разнообразен. В нашей короткой передаче полностью рассказать патогенез, как это называется, да, по медицинским терминам, невозможно. Да и простому человеку это трудно понять. Чтобы было понятно, мы условно делим диабет на две большие группы. Это тот, который сразу инсулинопотребный. Причина его развития – это гибель бета-клеток поджелудочной железы. Именно эти клеточки вырабатывают инсулин. Но, к сожалению, раз погибнув, эти клеточки больше не восстанавливаются. Но таких пациентов немного. А большинство наших пациентов – это пациенты со вторым типом диабета.
Это генетически предрасположенное, передается по наследству состояние клеток поджелудочной железы. А это состояние характеризуется тем, что клетка может быть изначально не совсем правильной формы, не совсем качественный инсулин она вырабатывает, не совсем достаточное количество этого инсулина, или в организме очень плохая чувствительность к этому инсулину. В последнее время очень много говорится о таком феномене, как инсулинорезистентность. Что это такое? Что такое инсулин вообще? Объясните. Вот и дальше мы будем понимать уже след. Инсулин – это гормон, который заносит глюкозу. Глюкоза – это такой источник питания для каждой нашей клетки. Энергии. Если нет глюкозы, клетка не работает. Она переходит в автономный режим, и она погибает. А мозгу обязательно нужна глюкоза, это настолько зависимый от глюкозы орган, что как только не хватает глюкозы, этот орган переходит на автономное существование, и он может выключиться из-за нехватки глюкозы. Поэтому у нас болит голова, когда мы хотим кушать. Вот. И начинается сладенькое что-то, да? Да, и начинаем искать сладенькое. Угу. Вот инсулин является тем переносчиком глюкозы в каждую клеточку. При диабете, получается, очень много сахара бегает в сосудах, но нет инсулина. Или инсулин какой-то не такой, или к нему плохая чувствительность. И поэтому этот инсулин не попадает в клеточку. При втором типе очень много вот как раз той инсулинорезистентности, которую я затронула. Угу. А на данный момент считается, что то население, тот регион, который перенес голод, а у нас как раз голод был в 30-х годах, то есть мы все потомки выходцев с того времени. А это приспособление организма помогло людям выжить, потому что это давало возможность быть долгоустойчивым к низким сахарам и тому, что нехватка еды в организме. Но на сегодняшний день, когда у нас еды достаточно, и мы мало двигаемся, кушаем столько, сколько хотим, и углеводистую пищу, употребляем много сладенького, то сейчас это полезное приспособление оказалось нам во вред. И поэтому в тех регионах, где был голод в прошлом, всегда распространенность диабета очень быстро увеличивается. Поэтому вот именно нужно обращать внимание на свое состояние организма, на то, как мы питаемся, чтобы предотвратить и именно не было развития диабета, потому что то, что у вас в семье болели кто-то из ваших родственников диабетом, это еще не значит, что 100% вы заболеете диабетом. Для этого. Но вы входите в группу риска, и об этом надо задуматься и, собственно говоря, контролировать ситуацию. Да. Да? Наталья Юрьевна, давайте поговорим о лечении. 21 век на дворе, и, собственно говоря, люди ждут от медицины каких-то открытий в процессе лечения диабета. Посмотрите, какая смертность большая, и ситуация действительно критическая. Тем не менее, вот как вы видите, какие формы лечения действительно срабатывают, и качество жизни человека можно улучшить? На сегодняшний день излечивания сахарного диабета, к сожалению, нет. Увы. Пока не существует методик. Многие говорят о пересадке клеток, но пока это не является эффективным, это не является научно доказанным, разработанной методикой. Это пока единичные статьи, причем очень часто не в медицинских журналах, а в какой-то такой бульварной прессе, скажем. На сегодняшний день лечение сахарного диабета – это прежде всего модификация образа жизни. Это самое дешевое, но самое трудное для человека. Потому что что самое сложное? Проще выпить таблетку, а сложно переломить себя, заставить что-то делать. А что нужно делать? Это прежде всего диета, правильное рациональное питание, это достаточные физические нагрузки. А наш образ жизни сейчас предполагает малое количество физических нагрузок. Мы меньше занимаемся спортом. И уже если вот эти два момента, но и отказ от вредных привычек. Это тоже немаловажно, потому что ни алкоголь, который бьет по поджелудочной железе, ни курение, которое разрушает сосуды, не улучшает здоровье человека. Ну а кроме, если вот это не срабатывает, вот такие основные принципы, то, что является в основе лечения сахарного диабета, то присоединяется уже или таблетированная сахароснижающая терапия, или инсулинотерапия. Начинаем мы всегда с таблетированных препаратов, которые повышают чувствительность к инсулину. Сейчас очень много таких препаратов, разрабатываются новые группы, которые щадяще действуют на организм.
они не заставляют поджелудочную работать, потому что путь выработки инсулина все больше, больше и больше ведет к тому, что поджелудочная истощается, и потом наступает время инсулинотерапии. Вот чтобы отодвинуть это время, чтобы оно не наступило быстро, на сегодняшний день есть разные группы препаратов, но подобрать их может только врач. Учитывая особенности организма, какие-то другие заболевания, одному пациенту подходит один препарат, другому подходит другой препарат. А когда не срабатывает один препарат, делают комбинацию, присоединяют второй, третий препарат. Если не достигается результат на двух-трех препаратах, тогда подсоединяют инсулинотерапию. Инсулинотерапия – это не, как наши пациенты очень говорят, посадили приговор. На инсулин. Приговор, да. Это не приговор, это спасение жизни. А вот 14 ноября – это день рождения изобретателя инсулина, да. Бантинга. Благодаря ему миллионы жизней были спасены. Благодаря инсулину человек может продолжать жить, ведь раньше эти люди были обречены на гибель. Короткая, тяжелая жизнь ожидала их. А за это время произошло очень революционное изменение в инсулинотерапии. Инсулин меняется. Появляются новые виды инсулина. Возможно, появились инсулиновые помпы, которые сейчас используются у детей, у некоторых взрослых, но в основном у молодежи. То есть все очень быстро меняется в науке. И возможно, что в ближайшее время мы будем иметь какие-то другие препараты инсулина, которые не нужно будет поколоть пациентам каждый день. А сейчас уже есть внедряются, которые колятся гораздо реже. И ну, эти все изменения настолько быстро происходят, что бояться инсулина не нужно. Не потому что это, чем жить с высокими сахарами и получать все осложнения диабета, а именно страшные осложнения. Ну, сахар крови 10, 12, 15. Пациент к этому привыкает, организм к этому привыкает. Пациент этого не чувствует. Но каждый этот миллимоль, он ложится на сосуды, на нервные окончания. А потом мы получаем осложнения со стороны глаз, почек, ног. И именно это осложняет жизнь пациента, ухудшает его самочувствие и ведет к тому, что человек уже не может полноценно трудиться и быть полноценным членом общества. Качество жизни, конечно же, меняется очень сильно. Наталья Юрьевна, а в каких случаях человек из инсулинонезависимого переходит в инсулинозависимый? Где срабатывает и что срабатывает, собственно говоря, вот в этом переходе? Потому что, в принципе же, уже человек знает свой диагноз, он контролирует процесс, и все-таки переход происходит. А происходит, это почему? Потому что поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Эти бета-клеточки, которые его вырабатывают. А вначале это может быть много инсулина, но с каждым годом их количество уменьшается. Количество все меньше и меньше инсулина поступает в организм. А в ответ на поступление еды этого количества инсулина уже не хватает. И тогда организму нужно просто помочь. Что заставляет таблеточка? Что делает таблетка? Она заставляет выработаться инсулин, чтобы инсулин пошел в организм и покрыл то количество углеводов, сахара, что мы съели. А если организм уже не может, то какой выход? То тут нужно только добавить инсулин синтетический, и за счет этого свой инсулин сможет, плюс синтетический, смогут покрыть то, что мы съели, и нормализовать сахар крови. А в некоторых случаях мы назначаем инсулин на тяжелые состояния. Если больной в хирургическом отделении, если перенес инфаркт, инсульт, это временное назначение, потому что при таких состояниях потребность в инсулине увеличивается. А потом человек снова переходит на таблеточки. Но если уже нет ресурса в организме, то другого подхода не может быть просто. Это спасение. Понятно, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, диабетическая кома – это самое сложное проявление этого заболевания? Это крайнее проявление, к счастью, наверное, потому что вовремя стали больше обращать внимание на симптоматику. У нас больше возможностей диагностики, то комы сейчас встречаются реже, хотя они все равно встречаются. Чаще это, конечно, пациенты первого типа диабета. Это диабет, который развивается резко, это полная потеря выработки инсулина бета-клетками, это молодые пациенты, допустим, перенесена вирусная инфекция. Резко гибнут клеточки, вырабатывающие инсулин, и у человека критические сахара, мозг отказывается работать, он не может в такой ситуации уже справляться с этим, и человек в коме, кома – это отсутствие работы мозга, попадает уже в стационар, ну, чаще всего это реанимационное отделение.
И вот тут нужна неотложная помощь. Но еще есть гипогликемические комы, про которые должен знать каждый пациент и должны знать родственники больных с сахарным диабетом. Что делать, собственно говоря, как помочь? Потому что больной на инсулинотерапии. Это очень часто гипогликемии, которые могут возникнуть на фоне того, что человек перетрудился, дал большую физическую нагрузку, на фоне того, что он неправильно покушал, неправильно ввел инсулин. О том, что у вас в коллективе есть такой пациент, такой человек, должны знать все и должны знать, как ему оказать помощь. А помощь самая простая – это человека накормить. Если человек глотает, если он в сознании, то есть у него гипогликемия не тяжелая, то сразу напоить его горячим чаем. Сладким. Если есть мед, дать меда столовую ложку, а затем накормить его хлебом, кашей, что есть, допустим, на работе. Если это дома, то всегда мы пациентов обучаем и обучаем их родственников, как оказать помощь. То же самое, чай, мед, сладкое, а затем обязательно покормить. То есть обязательно должна быть какая-то каша, должен быть хлеб, потому что это более медленные углеводы, которые держат стабильно уровень сахара крови. Если человек потерял сознание, допустим, в общественном транспорте, где-то на улице, и мы просим, чтобы пациенты всегда носили с собой карточку, что «я болен диабетом», и находится в кармане у пациента такая карточка, то такого пациента надо немедленно вызывать скорую помощь, потому что если он без сознания и не может глотать, то только внутривенное введение глюкозы может спасти ему жизнь. Внешне как-то можно определить, что этот человек вот страдает диабетом в момент, когда вот впервые на улице, например, вот упал? К сожалению, это невозможно определить. Запах ацетона, если это тяжелая декомпенсация, его услышит не каждый пациент, а вот вызвать скорую помощь, а в скорой помощи есть глюкометры. У нас все скорые помощи оборудованы глюкометром. Они смогут сделать сахар крови и выявить причину вот такого состояния пациента, потому что это низкий сахар или высокий сахар, и какую помощь оказать уже будут решать специалисты. Как важно все нюансы знать, конечно же. В принципе, ради этого наша встреча и происходит. Наталья Юрьевна, давайте поговорим о сахарозаменителях и вариантах вот потребления сахара для широкой аудитории, непосредственно людям, страдающим диабетом непосредственно. Ну, сахарозаменитель – это химические вещества. Это опасно для широкого вот загала? Потому что не является полезным. Так. А еще плюс количество. То есть это то, что падает на нашу печень, то, что накапливается в ней и не является нормой, не является здоровым для печени. Поэтому мы, когда пациенты употребляют сахарозаменители, мы предупреждаем, что это должно быть ограниченное применение. Желательно, чтобы это было не больше 6, но 10 таблеток в день. Представляете, а большей частью вот сторонники диет считают, что это здоровое питание, сахарозаменитель. Мы употребляем сахар, который полезен для здоровья. А существует единственный здоровый сахарозаменитель – это стевия. Это трава, которая растет и в нашем климате произрастает. Нашли ее японцы, и они ее внедрили уже в такое применение. Значит, это является природным, естественным сахарозаменителем, который оказывает еще полезное, благоприятное действие на печень. Только это является полезным. Существует еще фруктоза, которую мы рекомендуем использовать больным с сахарным диабетом. Она продается в супермаркетах, она продается в некоторых магазинах в отделах для диабетиков. Также продаются печенье, конфеты для больных с сахарным диабетом. Но мы всех пациентов с диабетом обучаем, как считать хлебные единички. Потому что и фруктоза тоже относится к углеводам. Она все равно повышает сахар крови. Поэтому углеводная нагрузка, они знают, как это пересчитать, и все пациенты наши с первым типом диабета или на инсулине, даже второй тип, они обучаются, как это учесть. Ну а для тех людей, кто хочет быть просто здоровым, меньше употреблять глюкозы, потому что глюкоза – это энергия, как мы уже с вами обсудили, но если эта энергия поступает с излишком, а она должна куда-то деться, что у нас депо? Которая энергия, это жировая ткань. То есть если не используется эта энергия из глюкозы, то она переходит в жировую ткань и скапливается в организме, ну и потом дает все неприятности наши. Поэтому сахарозаменители, их с умом, те продукты, которые содержат фруктозу,
можно. К сожалению, это не очень дешево стоит, но, в принципе, вообще углеводы нужно употреблять скромно. Скромно. Если говорить о меде, потому что это тоже отдельная такая, знаете, графа, много точек зрения абсолютно разных. Вот в плане выбрать сахар или мед? Я предпочитаю мед, но опять от знакомого производителя. Так. Да. Чтобы не было там... Чтобы мед был настоящий, да, тогда он принесет пользу, потому что это и стимуляция иммунной системы, это и много минеральных веществ. Но а больным с диабетом, к сожалению, мы запрещаем, если это декомпенсированный диабет, то мед мы тоже ограничиваем в рационе. То есть, а для людей, кто хочет быть здоровым, мед, пожалуйста, это как альтернатива сахару. Все можно, это можно применение. Ну а вообще нужно обращать внимание на углеводы, которые вот средние и длительные углеводы. Это овощи. Нужно обращать внимание на фрукты, не на соки, а на фрукты, потому что они содержат клетчатку, они более медленно всасываются в организме, поэтому они содержат очень много витаминов, минералов, и они не повышают так сахар крови, как, допустим, те же сладости мучные. Чистая сахара, да? То есть то, что натуральные продукты, то, что является здоровым питанием, мы всегда говорим нашим пациентам, что у них должно начинаться их еда с большой мисочки салата. Салата должно быть вот так. Да. Тогда будет все нормально. Спасибо большое. Наталья Юрьевна, много информации полезной. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, вашим пациентам и всем нашим зрителям, чтобы на самом деле здоровье было, вернее, наша жизнь была качественной и полноценной, чтобы мы получали удовлетворение от нее. Спасибо вам большое. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Здоров'я міцного і залишайтеся надалі на хвилі телеканалу «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.